Нарисовать на клетчатой бумаге квадрат площадью 2 клетки. Это 4. 4 больше, чем 2. С вершинами в узлах клетчатой бумаги. Это возможно. Ребята, я не собираюсь за вас решать. Пожалуйста, подумайте. Задача сформулирована абсолютно четко. Нарисовать квадрат площадью 2 клетки. Пока мы это не сделаем, шансов нет. Потому что грань кубка квадратная, поймите же. Ну посмотрите на то, что от нас требуется. Неужели же никаких мыслей у вас не возникает? Одна клетка.